Какие вот правила тебе сегодня рассказали, которых ты не знал? О многих. Ну, каких, например? Ну, я почти что все знаю, меня учили дома. И просто вот я когда там сидел в зале, просто я все это повторил, все то, что помню. Угу. То есть удостоверение ты получил за свой жену, да? Да. Так, ну расскажи мне, сам ты нарушаешь правила? Нет. Точно? Точно. Угу. А из твоих знакомых, там, родных, там, нарушают? Ну, очень часто, иногда переходит не на пешеходы, я говорю, мама, переходи, пожалуйста, на красный, ну, давай перейдем, давай, до перехода. Она говорит, ну, давай тут пройдем. Я говорю, нет, не стоит. Ну, она меня не слушает. Не слушает, и поэтому получается вот так вот. Иногда, когда нет рядом милиционеров, она вот меня выводит на дорогу без пешеходных переходов и без светофоров. Но сам ты соблюдаешь и будешь. Да. Ну, молодец.